Усиленный патруль на улицах Брюсселя. Полиция опасается блогера. Попытка звезды Ютуба пообщаться с фанами вживую привела к беспорядкам в городе. Поклонников собралось так много, что их решили разогнать. Продолжит Елена Абрамович. 600 тысяч подписчиков в Инстаграме, около миллиона в Снэпчате и немало в Ютубе. Такую поддержку 18-летний бельгиец получил после размещения в сети смешных, а иногда и несколько агрессивных роликов с кадрами из обыденной жизни. Разговаривает с младшим братом, испытывает детскую кроватку в магазине. Звезда соцсетей решил развиртуалиться и пригласил своих фанов встретиться на одной из площадей в центре Брюсселя. Пришли сотни поклонников. Полиция квалифицировала это как несанкционированный митинг. В стране высокий уровень террористической угрозы. Правоохранители контролируют любое собрание. А здесь спонтанная толпа. На призыв разойтись часть участников ответили агрессией. Молодые люди стали крушить машины и витрины магазинов. Чтобы зачистить площадь, полиции пришлось вызывать подмогу. Инициаторов собрания и еще 30 молодых людей задержали. Большинство из них несовершеннолетние. Впоследствии отпустили почти всех, в том числе и блогера. Под стражей оставили 4 человека. Их подозревают в кражах. Беспорядки в городе происходят уже второй раз на неделю. На выходных в центре Брюсселя после футбольного матча драки устроили фаны. Так что полиция решила увеличить количество патрульных на улицах. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».